Итак, еще одни брюки. Посмотрите, как выполняется примерка брюк. В первую очередь, они устанавливаются на фигуре так, чтобы не было заломов. Вот посмотрите, так выглядит у нас спинка. И когда вы поймали вот это положение, все поддернули как-то, да, все поправили, вы можете уже завязывать сверху шнурочек. Видите, куда попал этот шнурок? То есть он попадает всегда в то место, которое нужно пришивать пояс. Мы пометим его мелом, вот это место. Вот у нас Танечка уже выработала у нас кармашки вот такие. Здесь у нас брюки будут вот с таким вот защипом. Защип сейчас вот такое вот направление у него. Здесь будет гольфик или потайная молния? Потайная. Потайная молния. Вот это закололи мы потайную молнию. Записали обязательно новенькую талию, на которую будем делать. И нарисовали вот эту линию. Мы сейчас брюки снимем до середины спинки. Брючки снимем, поставим по ней ниточку, а потом на сноровке по этой нитке мы уберем все лишнее. И будем пришивать пояс именно вот такой вот меточкой 49. То есть это 98. Ну все. Всем добра!